Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас на водоеме. Сегодня я на канале, ловить буду судака или угря, кто возьмет, кто успеет, возьмет ли вообще кто-то. Ну, посмотрим, что будет. Желаю вам приятного просмотра. Оснастки все просто, две удочки на дно с живцом. Живец у меня сегодня пискарь, примерно, я не знаю, 8, может 10 сантиметров. Пискари мертвые, замороженные. Похоже, поплевка. Поплывок ушел, опять всплыл. Ну, какое-то движение есть. Надеюсь, что не мелкий судак. Ну, кто-то грызет его, грызет кто-то. Что-то так слабо, блин. Похоже, что мелочь. Блин. Это пискарик не маленький. Фиг его знает. Сейчас глянем. Пока не потащил. На месте долбит он. Не знаю, поплывок видно, не видно будет камеру. Вряд ли, далековато. Вот теперь потащу. Там еще трава, блин. В леске. Может быть и бросит. Может быть, бросит. Открою, наверное, катушку полностью. Проще было тащить. Тащит, но очень слабо что-то. Очень-очень слабо. Ему. Плывок больше пока не всплыл. Куда-то он его упер. Все, остановился. Буду подсекать. Вдоль берега ушел. Это может быть даже окунь, блин. Ай, блин, зараза. Закопал куда-то в камни. Похоже, что это окунь был вообще, а не судак. Кто-то вдоль берега утащил. Попробую отцепить. Делать сейчас. Ай, нехорошо получилось. Не заметил я, что он вдоль берега пошел. Куда-то зарылся.
нашел. О, и не маленькая рыба там. Не маленькая рыба. Блин, у меня подсака тут нету рядом. Окунь. Хороший окунь. Или судак. Не, судак. Судак. Не сильно большой. Может быть даже мерный, но... Так, все. Придется так доставать. О, он мерный, блин. Надо куда-то вывести его. Такой вот злодей, блин, зубастый. Да, зажрал, конечно, целиком. Даже если не мерный, не спасти. Его оставлю. Он уже не выживет все равно. Почти мерный. 44 сантиметра. Размер у нас 45 можно брать. Если растянуть, то будет 45. С вечера больше ничего не было, поэтому решил продолжить с утра. Сейчас около 5, я не знаю, где-то без 15:05. До 7 у меня время есть. Решил пару часиков тут порыбачить. Вчера я сидел там напротив, и весь вечер тут в бухте видно было, как плескалась рыба. Поэтому решил с утра на пару часиков приехать сюда. Утро такое активное с фидером. Вечер был пассивный. На живца закинул и сидишь, ждешь. Давайте посмотрим, что получится с утра. Что-то какая-то там рыба, по-моему, есть. Но что-то совсем мелкое. Очень мелкое. Ну, радует, что сразу особо закармливать не пришлось. Последовали поклевки. Плотвичка. В принципе, думал еще мельче. Нормальный размерчик. Ну, это не целевая рыба. Плещется что-то большое. Ну, плотвички, они шустрые, мелкие. Они, естественно, приходят побыстрее. На место закорма. Сейчас, может, подтянется и рыба покрупнее. Да, плотва, конечно, сразу встала на точку. Блин, была поклевка. Меня интересует больше та рыба, которая там ныряет. Полагает лещи такие килограмма по 3. На этот раз что-то покрупнее. Что, рыба встала на точку прям. С забросов сразу взял. Это или большая плотва, или что-то подлещик какой-нибудь. Нет, маленький подлещик. Маленький. В принципе, вполне съедобно. Нет. Большая густерка. Неплохо. Неплохо.
рыба дуркует там прям. Ух. Мелкая плотвичка опять. Мелко сидит. Плотвичка. Просто не дают нормально рыбе клюнуть. Ну, это совсем мелкая у нас. Утро, честно говоря, не совсем мое время. Точность забросов страдает. Кидаю то правее, то левее. Буду исправляться. Рыба там, конечно, в траве дуркует просто. Похоже, лещи. Не уверен я, конечно. Может быть и карпы. Но что-то здоровое. Поклевка такая дикая была у нас. Интересно, что там? Что-то небольшое вроде. Клевка была прям мощная. Чуточку не снесли. Плотва была. Небольшая плотвичка. Солнце взошло, сквозь деревья видно, пробивается. Еще осталось примерно полтора часа. Сейчас пол шестого, без 26, наверное, уже. Поклевки продолжаются, но пока не то, что я ожидал. Все, плотва. Одна густерка была, так, только плотва. Большая рыба есть не хочет. Пока. Или вообще. Или уже. Мелкая, блядь. Плотвичка. Рыба не меняется. Начали ходить баржи. Это уже вторая теперь. Не то, что они так сильно мешают, но, блин, точку закорма размывают, конечно. Ну да ладно, ничего не сделаешь. Поклевки прекратились. Сейчас пол седьмого. Поклевки вроде как есть, но они не результативные. Почаще перекидывать, может быть, каждые 2-3 минуты. Хотя я и так кидаю достаточно часто. Ну, буду пробовать. Это прям совсем. Еще и дождь пошел. Своеобразный активатор клюва. Что-то как раз клюнуло на камеру. Мне осталось минут 10, может быть.
надо будет ехать под Вичка опять. Все, дорогие друзья, мое время вышло, какая была рыбалка. Не могу пожаловаться, было в принципе весело. Будильник, извините. Было весело, клевало. Первый участок вообще на заброс. Да, рыба была не та, которую я ожидал, но тем не менее, клев был, скучно не было. Это самое главное. Благодарю вас за просмотр. Возможно, вечером продолжу здесь. Возможно, поеду на речку. Еще не знаю. Как бы там ни было, увидимся на водоеме. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Решил приехать опять сюда же. Не дает мне это место покоя. Хочется его разловить. Потому что рыба есть. Прыгает, ее видно. Почему не клюет, непонятно. Ну, клюет. Не клюет та, которую хотелось бы поймать. Возможно, вечером будет клевать, не знаю. С утра не хотел. Поэтому решил попробовать еще вечером. Посмотрим, что получится. Опять дождик. Классно. Утром дождь прошел, весь день жара давила, душняк был страшный. К вечеру опять дождик. Надеюсь, что хоть это активирует клев. Потому что что-то совсем плохо. Поклевки вроде есть, но похоже такая мелочь, что вообще реализовать невозможно. Утром было веселее. О, потяжка, кстати. Не плотвичная, на леща похоже. Подошло что-то крупное. На карпа не похоже. Мне кажется, лещ. Хотя может быть и карп. За бульбу не зашел только. То специалисты, да. Похоже, лещ. Нет, не лещ. Это вообще неожиданность. Карась. Даже не знал, что они тут есть. Оба. Опа. Классный карасик такой. Блин, заживал. Такой красивый карасик. Прикольно. Грамм 500, 600, может быть. Наныл я рыбу, наныл. Конечно. Карась порадовал. Наконец-то я разловил это место. Хоть что-то нормальное. Но плещутся это явно не караси. Это не знаю. По мне так это лещ. Опять поклевка. Очень похоже на леща. На большого причем. Буду ждать. Может быть еще что-то будет интересное. Их сегодня еще не было. Их сегодня еще не было. Прям удивился, где они, блин. Бычок.
Карпик, 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 карпик. Блин, в траву затащил. Ну, как бы. Еще корабль идет. Времени. Сейчас была дешевая поклевка, такая прям подтяжка такая медленная, глубокая. Но я поспешил. Надо было дать ему еще распотянуть, наверное, сожрать. Ладно, я понял. Буду исправляться. Вот это раз что-то вообще большое такое. Сразу не понял, что он сидит или что. Почти притащил его, пока он очухался. Если карп, то небольшой, конечно.
чуть больше, чем первый. Классно, классно, классно. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, на этом можно закончить двухдневную эпопею канальную. Канал в очередной раз и не разочаровал, еще и удивил карасем, например. Мне рыбалка очень понравилась, я остался доволен. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо вам за просмотр. Увидимся на водоеме. Пока-пока.